Это углубление – место для одной из опор будущего моста. Котлован начали готовить именно сегодня. Техника врезается в землю и долбит камни. А тем временем практически завершены работы на теплосетях. Практически на сегодняшний день завершены работы по трубам 630 диаметра. В настоящий момент идет их заполнение водой, чтобы в ближайшее время эту магистраль можно было запустить в эксплуатацию. По трубам 720 диаметра смонтированы практически все участки. В ближайшие дни ожидаем финальную стыковку этих магистралей и точно так же их плановый запуск. К 15 сентября теплосети, как и обещали власти и подрядчик, будут готовы к запуску отопления. В целом бетонные конструкции на трехпролетном путепроводе полностью демонтированы. На восьмипролетном осталось убрать две последние, и можно говорить о начале строительства моста. Тем временем власти мониторят трафик движения. Начало нового учебного года они считали своего рода экзаменом. У нас 5 точек мониторинга, 5 направлений мониторинга из центра в почти все направления города. Ну, не видим мы на сегодня каких-то осложнений ни в общественном транспорте, ни в личном транспорте. То есть мы остаемся примерно в тех же цифрах. Первичный там экзамен, как мы для себя говорили, сентябрьский, он пока прошел без определенных каких-то осложнений для нас и, в принципе, для всех пользователей дорожной сети. Даже проездных для школьников и студентов к началу учебного года продали 6 тысяч, что на 500 меньше, чем в прошлом году. Конечно, мониторинг продолжится. Слишком мало дней было, чтобы сделать окончательные выводы, считают власти. В планах регулировка светофорных объектов, к примеру, на площади Октября, где из-за ремонта путепровода заторы периодически бывают. Ну а следующий экзамен для дорожников – первый снег. Как нам пояснили, к нему уже готовятся. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.